Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы смотрите наши новости каждое утро. Только мы можем рассказать всю правду российского шоу-бизнеса. Через несколько дней в Москве состоится большой ретро-концерт. Туда приглашены многие звезды российского и советского шоу-бизнеса. На этом концерте должен был выступить известный российский певец и музыкант Николай Носков. Но когда ему отправили приглашение, чтобы он пришел на данный концерт и выступил, родные вышли на связь и сообщили о том, что на данный момент Николай Носков находится за границей. Дорогие друзья, он находится в Италии, где проходит лечение в одной из лучших клиник мира. Несколько недель назад артист втайне покинул территорию России и уехал за границу. Он просто не хотел, чтобы об этом кто-то знал. На данный момент он находится там, мы ждем подробных новостей от самих родственников. Друзья, ранее уже сообщалось о том, что он серьезно болен. Подписывайтесь на наш канал.